Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Dați o bărână sistemului, conducerii sistemului penitenciar să declară într-o formă sau alta deschisă ceremonia sărbătorii noastre de azi cu privire la darea exploatare a cabinetului radiologic nou amenajat și dotat cu un sistem performant de, respectiv de investigație medicală respectivă. Vreau să vă spun că este o bucurie într-adevăr pentru noi. Vreau să vă spun că este un pas înainte ceea ce ține de respectarea drepturilor condamnaților în sistemul penitenciar. Colegii noștri din Europa care ne-au pus la dispoziție utilajul respectiv, pentru care fapt au plătit, care costă de fapt mai mult de 1 milion de lei. Vreau să vă spun că punându-l la dispoziția noastră, el va fi exclusivitate exploatat la destinație. Noi vom pune la dispoziția deținutului acele condiții care le avem și care le vedeți dumneavoastră aici. Noi ne străduim să facem față cerințelor la zi și să ne conformăm actelor, inclusiv actelor internaționale privind la respectarea drepturilor omului și a drepturilor condamnaților în sistemul penitenciar. Iar inaugurarea acestui cabinet în ziua de astăzi este drept o dovadă pentru pe care pășește cu pași avansați sistemul penitenciar la etapa actuală. Окропление воды всей священной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Встречали астас ла евенименту де бескидреши, дуе медишнин урашу бълц, професионишти, кари врем се любим са ни факу миг презентари деспри инвентару, кари фост презентат аз. Не спунец кому са лукреза и ел шла чо са не ажа. Да, врем са ви спун ка е un апарат фарти бун. Eu la lucru meu de bază activez de 42 de ani radiolog, cu un aparat digital din 2010. Desigur că în departamentul de pneumofiziologie el e mai complicat, pentru că avem nevoie de scopii, avem nevoie de tomografii, care aici nu se poate la aparatul ăsta de făcut. În orice caz, comparativ cu aparatul care a fost până cu 2 luni în urmă, asta era unicul aparat în Republica Moldova. Rasca. Bine, mersi frumos. Что хотелось бы добавить? Допустим, здесь какие исследования проводятся? Здесь автоматически показывают на мониторе, что у трубки, что и у монитора компьютера, сколько пациент должен получить киловольтаж, миллиампер секунды. И к тому же показывает расстояние, какое до обследуемого объекта, автоматически. Набрать воздух, не дышать! Входит снимок, и сейчас он еще детализируется, и то есть улучшает автоматически снимок. И я скажу вам так, что качество очень прекрасное. Видно по всем показаниям, снимок очень высокого качества. И тут есть на мониторе функции, которые можно даже при надобности врачу улучшать снимок, допустим, переводить его, допустим, в негативе, смотреть его, или в позитиве, вот я показываю, увеличивать определенную обследуемую часть, допустим, увидеть, допустим, ее более в улучшенном виде.
раньше этого не было? Нет, раньше этого не было. И плюсы еще этого оборудования, я бы сказал, в том, что он и экономичнее. В чем? В том, что не нужно будет учреждению приобретать и пленку. Во-первых, вся информация остается в компьютере, допустим, и можно выводить ее просто на бумагу, результаты. И также и серьезные деньги стоят, допустим, для того, чтобы обработку пленки, реактивы. И нам не придется, уже не нужно будет. Да. Ну, это для вас, наверное, тоже будет хорошо, потому что вы не будете работать с этими химическими пленками. Ну да. Да, и в том числе. Здоровье, и плюс в том числе и облучение меньше, как и для пациента, так и для нас, сотрудников.